День Конституции и в Усть-Каменогорске отмечают с не меньшим размахом. В программе не только концерты с выступлениями местных коллективов и звезд отечественной эстрады, но и множество гастрономических изысков. Праздник в областном центре начали с фестиваля арбузов. Рестораны города развернули свою кухню прямо на площади. Фестиваль «Вкус Востока» впервые провели год назад и теперь решили сделать его традиционным. А итальянский салат капреза стал главным на этом празднике. Лучшие шеф-повара из местных, кстати, ингредиентов приготовили самое длинное блюдо в мире. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали результат – 100 метров и 15 сантиметров. Для мегасалата понадобилось 65 килограммов помидоров и 50 килограммов моцареллы. Это мировой рекорд. Сейчас зафиксировали мы в книге рекордов Казахстана, но в книге рекордов Гиннесса 66 метров. Салат капрезе, а мы сделали 100, по факту 115 даже, который будет сначала зафиксирован в книге рекордов Казахстана, а затем уже в книге рекордов Гиннесса.